Бусидо. Путь воина. Марк Сильвер против Гарри Олбрайта. Центральный бой сегодняшнего вечера. Но это Гарри Олбрайт, он говорит, что Марк Сильвер уже в UWFI достаточное время для того, чтобы понимать принципы этой борьбы. Он действительно делает успехи, последние полгода у него была травма колена, но я вполне спокоен. Гораздо больше Марка, у меня больше опыта, и я гораздо сильнее. Я думаю, когда мы выйдем на ринг, будет, конечно, серьезный бой, но мой опыт, размеры, силы позволят мне одолеть Марка. Вот он, Гарри Олбрайт. Сразу же полез на рожон, похоже. Но это Марк Сильвер, совсем молодой парень, 23 года этому бойцу, он, естественно, из США. И на родине он занимается профессиональным рестлингом, приехал в Японию для того, чтобы освоить бусидо. Но ему надо еще очень многому учиться. Это даже видно по результатам. Из 8 проведенных боев, 5 он проиграл и только 3 боя свел в ничью. Ну а Гарри Олбрайт, здоровый кабанейра. 30 лет ему, 350 фунтов чистого мяса. Ну, естественно, жира, но будем считать, что он такой здоровый битюк, что там только сплошное мясо. Только одно поражение в 15 боях, кстати говоря. И это поражение от Такады, которому, друзья мои, проиграть-то и не зазорно. Согласитесь. У Сильвера очень хорошая, в принципе, техника ударов ногами, так что у него есть шанс в этом бою. Но у него была травма колена после боя с Такаяма, и это может быть не очень хорошим знаком для него. Первый бросок проводит Гарри Олбрайт, что, наверное, и неудивительно, да? Такая машина для убийства Гарри Олбрайт. Сразу он берет быка за рога и пытается провести удушающий прием, двойной Нельсон. Вот в этом двойном Нельсоне главное не попасться на бросок. А судя по всему, он попадается. Сейчас Олбрайт должен будет бросать, но канаты спасают. Что-то там очень уж Олбрайт разошелся. Забывает он, что Сильвер тоже американец. Что им делить-то, господи боже мой. Одни гамбургеры едят в столовой. Одни бигмаки, одну колу пьют. Может, даже из одного стакана. Но вот Олбрайт провел неплохую атаку. Лежит на ринге Сильвер вместо того, чтобы как-то сопротивляться. И даже не может встать. Что ж так быстро заканчивается бой, да? Два броска Гарри Олбрайта, и на этом все закончилось. Неужели? Да, судя по всему, так оно и есть. Секунданты налетели на Сильвера. Ну, наверное, такая победа, она не доставляет какого-то особого удовольствия Гарри Олбрайту. А Сильвер даже не может встать. Олбрайт, да не поднимай земляка, что ты ходишь тут?